А тем временем в Киеве сотрудники СБУ штурмовали кабинет председателя облсовета Анны Стариковой. Информация об этом со ссылкой на собственные источники появилась в нескольких СМИ. Всех, кто находился в приемной админздания, выдворили. Чиновница забаррикадировалась у себя в кабинете. Около 15 депутатов Батьковщины после начала обыска попытались прорваться к Стариковой через кордоны силовиков, но СБУ их туда не пропустило. Причины обыска в спецслужбе не комментируют. В данный момент телефон Стариковой отключен.